Да, спасибо большое, коллега. Действительно, такая честь выпала мне поздравить нашу серебряную чемпионку мира по карате у нас в Днепре. Сейчас мы находимся в спортивном комплексе в районе одного из учебных высших заведений, где находится, собственно, и Ульяна Пчелкина. Она не знает, что мы приехали ее поздравлять, и находится здесь за дверью, поэтому пойдемте и посмотрим. Мы, собственно, решили подарить ей цветы и сделать небольшой сюрприз. Сейчас посмотрим, а вот с ней вот и фотографируюсь, как видим, Ульяна популярная. Здравствуйте, Ульяна. Меня зовут Егор, я ваш коллега в Днепре по телеканалу News One. И вот такая вот проблема. Не успел к телеканалу News One из-за того, что вы слишком активны и слишком много путешествуете по Украине, поздравить вас с вашей серебряной медалью. Вот поэтому мне выпала такая честь, и я вот дарю вам эти цветы от телеканала News One. Мы слышимся только в новостях. Спасибо большое. Спасибо большое телеканалу News One за то, что поддерживали меня в процессе моих соревнований и сейчас поздравили. Я вас люблю. Коллеги, в понедельник буду на работе. Спасибо большое. Спасибо. Ну и добро пожаловать в Днепр. Спасибо. Вот так вот поздравляют с серебряной медалью на телеканале News One. Пока передаю слово в студию.